Всем привет! Кто еще не знаком со мной, меня зовут Игорь Политаев, и я являюсь руководителем дилерского автоцентра. На прошлой неделе я был на международной выставке автокомпонентов, запасных частей, оборудования и технического обслуживания автомобилей в Москве. Выставка представляла собой 8 павильонов, каждый размером с футбольное поле. И меня впечатлило то, что целых 2 павильона были полностью отданы под китайские бренды. Сейчас вы видите один из 2 китайских павильонов, где каждый отдел в этом павильоне – это отдельный китайский производитель. А сколько их на самом деле существует, посчитать практически невозможно. И первое понимание происходящего – это то, насколько огромное предложение по цене, количеству, но в большинстве случаев не по качеству, предлагают китайские производители для нас с вами, владельцев и руководителей автосервисов, магазинов, оптовых складов. А как определить, как понять выгодность работы с тем или иным брендом? И неважно, из какой он страны и какого качества. А как вести учет прибыли, возвратов некачественного товара и делать сравнение выгодности поставок от разных производителей? Без автоматизации бизнеса это уже сделать невозможно. Итак, я приглашаю вас 17 сентября на наше бесплатное онлайн-мероприятие по работе в программе менеджера автосервиса. В режиме реального времени вы увидите, насколько возможно упростить движение денег, учет денег за продажу услуг или запчастей в вашем автобизнесе. И как возможно сегментировать вашу клиентскую базу в зависимости от уровня доходов ваших клиентов. Вы увидите, как формируется учет рабочего времени и происходит выдача зарплат. Вы увидите, как программа позволяет отстроить систему оплаты труда не только простым методом процентования, но и более продвинутым методом. А каким именно, вы узнаете, посетив наше онлайн-мероприятие. Приходите, и все, кто будет на этом онлайн-мероприятии, получат от меня очень выгодное коммерческое предложение по покупке лицензионного программного обеспечения менеджер автосервиса. Всем пока, до встречи и огромных вам продаж!